На дежурном перекрестке Днепровская-Тухачевского произошла серьезная авария с участием автомобиля такси хорошо известной таксомоторной компании города. В ДТП есть пострадавший. Автоавария случилась поздно вечером. Ее участниками стали две «Тойоты» – «Королла» и «Аксио». На месте работают сотрудники дорожной полиции, опрашивают водителей, составляют схему ДТП. Беседовать им приходится пока лишь с хозяином «Аксио», поскольку второй участник дорожно-транспортного происшествия отсутствует. Его увезла скорая. Со слов отца моего, он ехал по прямую со стороны Веселкова сюда в направлении. А этот ехал Днепровская, но у него, не знаю, по его словам, тормоза не сработал, что ли, или что-то. Ну, вот произошло вот такое ДТП. Азамат говорит, отец пожаловался на боль в груди, потому для него вызвали бригаду скорой. Стоит отметить, что таксист ехал не один, а с пассажиром. Но тот в ДТП не пострадал. В аварии сын рулевого «Короллы» винит водителя «Аксио», который, по его мнению, грубо нарушил ПДД, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил автомобиль, двигающийся по главной. Причину оппонент таксиста объяснил – не сработали тормоза. Вину свою признает. В результате ДТП машины получили серьезные кузовные повреждения, потеряли ход, восстановлению подлежат. Не ушел никуда. Нет, двигатель точно живой. Ну, касание-то есть. Ну да. Касание-то есть. Надеюсь, живой. Обе машины покинут место ДТП в кузове эвакуатора.